Я думаю, знаешь, я так поднимусь, и меня... На таком ветре, конечно. Если бы еще GoPro было спереди, я вот этим видео покажу. Знаешь, это специальный мини-кейс для GoPro, тут еще и спереди защита. Вот, ну это вот дверной глазок за 300 рублей. Древной гальзок где должен быть? В двери. Причем, так как он должен быть строго, ну, сбалансирован относительно вот этой вот оси, чтобы на мотор была небольшая нагрузка, а GoPro на чуть-чуть тяжелее. Ага. Старик колхоз. Оно еще небось все еще.